Магазин Алди. Вот такая тележка сюда вставляется, 25 центов. Днем в субботу. Нам нужны яйца, молоко. Это наш любимый сок. Вода. Вода. Бананы продают зеленые, потому что они очень быстро созревают в тепле. Тыковки. Овощи. Курица. Мясо. Это наш любимый йогурт обезьянки. Открадываемся, чтобы заснять видео. Белка узнала Кирилла. Она ждет. Она ждет еды. Она смотрит на него и думает, когда же ты мне что-нибудь бросишь. Есть, давай. Давай есть. Ого, у нее такое пузо. Ты, наверное, самая голодная, да? Потому что ты... Ой, ну все, нет. Ест бестселлер нашего магазина Алди. Хлеб, нарезанный с отрубями. Вкусно, вкусно. Нам тоже нравится. Вкусно. Entonces, claro, y ahora que ella les va a decir que te invitaron a Holanda también, entonces, y pues que tú ibas para Guatemala, que tú le ibas a estar... Не мешайте есть. Все, завязали пакет от белок, посадили зайца охранять, отпугивать, а то эти товарищи ненадежные. То банку отгрызут, то ланчбокс наш погрызут. Мама, ты выглядишь вся как нарисованная. Угу. Давай тебя сфотографируем. Берем еду, пошли. Вот она еще. Во какое дерево. Соснущая сосна. Это ямка, которую вырыла белка. Вот еще одна. Еще. Белки постоянно зимой что-то роют. А здесь сразу две. Смотрите, какое дерево. Ладин размерчик. Добилась своего, да? Так, вставила до конца. Молодец, теперь тяни на себя тележку. Давай, давай. Молодец. Да. Заходим. Ну, мы... Пока я выбирала продукты, Лада справилась с огурцом. Поела с две стороны. Лада проголодалась после вечерней прогулки. Поехали, Кирилл. Вези. Вези на кассу. Все, Лада закупилась. Мы выезжаем. Возвращаем тележку на место. Все, получи монетку. Пока. Скажи пока. Пока! Пока!